Нифига себе! Ого, ребят! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега. Как всегда, отличное настроение. Серега, поздравайся. Всем приветики, омлетики, дорогие зрители. Сегодня мы играем SCP Secret Laboratory, но это не просто ролик, это ролик, где мы будем делать обзор на всех SCP в этой игре. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас рубрика «Какой SCP самый крутой?». Рассказывай, Серега, за этого SCP, сколько у тебя жизни? Ну, жизни у меня 100%, я точно сказать не могу, у меня только в процентах. Понял. Когда ты умрешь, ты можешь посмотреть мои хп. Еще этот SCP может проходить через стены. Любые? Ну да, вот смотри, даже через дверь. Вот смотри, допустим, видишь вот эту черную очко? Да. Я ухожу под землю. А какой кнопкой? Я не знал этого. Тап. И да серьезно? Да. Я думаю, зачем она тебе пятна оставляет? Ставьте лайки, если вы не знали, что так можно делать. Да, ребята, это очень круто. Так, что и все, это его все умения, да? Ну, по идее, да. Еще я могу тебя засунуть в свое карманное измерение. Очень страшный, Серега, ты очень страшный. Если его так ночью встретить, ну, можно навалить кучу и чуть-чуть выше на стуле начать сидеть. Эй, отправляй в измерение. Воу, здесь Серега очень стрёмно, я тебе скажу. Как вы знаете, у меня есть очень хорошая чуйка на то, чтобы выиграть сейчас в этих камерах. И это будет тот случай. Смотрите, крутитесь, вы хотите в этот идти. Но в последний момент передумаете и идете вправо. Это всегда помогает. Ну, в этот раз не помогло. Хорошо, Серега, кто у нас там следующий? Показывай. Ой, блин. Звук такой стрёмный, когда я тебя вижу. Это Серега меня убил, когда мы первый раз начали записывать. И Серега меня за SCP-173 убил, который будет в конце ролика. Так что, досмотрите до конца, в конце будет SCP-173. Так, и у нас на обзоре Чумной Доктор, который реально очень стрёмный чилипиздрик. SCP-049 Чумной Доктор из-за своей медлительности и уязвимости к оружию SCP-049 старается нападать из-за засады, так он может перевернуть ход игры, пополняя численность исцеленных персонала. То есть я могу тебя взять, убить и восстановить, и ты будешь моей марионеткой. Он быстро передвигается? Нет, он медленный, он как обычные люди. Правда, обычный даже игрок. Без шифта, знаешь, ну так, чуть быстрее. Давай. Ну что, ребята, сейчас Серега мне сделает забанчаченной. Но еще очень короткое время для того, чтобы превратить меня в зомби. Если чуть-чуть не успеваешь, то я зомби не становлюсь. Да, твой друг сгниет просто. Круто, у меня такой немножко обзор заблюренный. А хочешь увидеть себя со стороны? Давай. Ого, ты стрёмный. Ты очень стрёмный. Так, а он на тап что-то может? А я тебе не могу, да, дамажить? Он только бить может. Он это... Понял. Марионетка же, говорю. Ну? А ну-ка, у тебя руки в боки, кстати. Раз удар. Так, подожди. Один твой удар отнимает 40% жизни, ребята. За три удара, получается, ты полностью выносишь меня. Да. Да. Прикольно, на раскорячке ты меня кинул. Так, я беру себе опять этого челика, научного сотрудника. И появился в жопе мира. Так, Серега, кто у нас следующий на обзоре? Следующий 049, это по идее скромник. А, нет, это компьютер. Так, нет. Не, 049 это вообще-то Чумной Доктор, который только что был. Ой, 079. Мы, Серега, очень устали сегодня, поэтому можем сказать. Не обращайте внимания. У нас сегодня Серега и все 049. Ух, блин, я тебя очканул. Что, Серега, я хотел... А, подожди, я думал на тебя не посмотреть, но тогда все равно ты меня убивать не будешь, я уже боюсь его. Так, ребятушки, смотрите, какой странный. Зайди сюда, здесь светло. Что он кричит? Кстати, от тебя исходит... Ого! Офигеть, ты дверь прям выломал? Прям на две части разлетелась. А ну стой, Серега, я тебя рассмотрю. Зайди сюда вовнутрь, где светло. Хочу порассматривать тебя. Так. Блин, ты очень круто сделанный.
Я думал, ты пониже немножко будешь, а ты такой высокий. Это скромный, он же высокий. Побежал, ну побежал. А ну еще поломай двери какие-то. Стой, дай я закрою дверь, а ты поломаешь их. Отойди тут. Давай. Нифига себе! Ого, ребята, вот это психованно. Мне так нравится этот SCP-шка, он прям круто сделанный. Так, ну что, давай, домашним, я тебя тут жду. Открывай, открывай дверь. А, закрыто? Да. Серега бежит, смотрите, псих, псих. Когда он меня видит, он вообще мочит. Ну что, давай ты меня один раз домашнишь, проверим, как я вообще, сильный твой удар или нет. С одного удара, ребята, просто с одного удара, это вообще без вариантов. Серега, ты псих. Ребята, смотрите, сколько валяется здесь научных сотрудников, это все я. Ух ты, ё-моё, испугал меня этой собакелой. Кстати, когда в этой игре видите SCP, создается очень такой прикольный звук. Интересный. Чё он может? Ты получается что? Ты меня видишь, когда я только двигаюсь, правильно? Да. А когда я стою... А ты стой, не двигайся. Так, стою. Вот, всё, ты пропал. А если я буду вот так идти, смотри. А... Видно меня? Ну-ка. Меня не видно? Пока что нет. Я на С держу и хожу медленно. Классно, ребята, подтвердилась моя гипотеза, что если вот так ходить, он меня реально не увидит. Ты меня не видишь, да, сейчас? Да. Я уже вообще с клетки вышел. Я могу еще в войсе разговаривать. А ну-ка. Алло, меня слышно? Да. Hello. О, теперь ты меня видишь, да? Получается, ты можешь говорить? Да. А, ты можешь просто попросить, типа, откройте дверь или то все там, да? Да. Ах, и ты хитрый. Когда ты двигаешься, я тебя вижу. Ты такой беленький, усатый человек. А вот когда ты не двигаешься, то тебя не видно. Все, ты меня не видишь. Сюда. Ну что, давай, сейчас... домажни меня. Получается, стой, с одного удара ты мне выносишь 65 хп. Все. Двух ударов. Серега, ну ты молодец, молодец. Двух ударов. Так, Серега, кто у нас там остался из SCP-шек прикольных? Так, 939-й, 83-й. Давай. 83-й, это точно такой же, по идее. Я его чуть тебе не выдал. Опять. Так, здесь валяется еще теперь мой один труп. Итого уже у нас 5 моих трупов. Прикольно. Этот, по сути, вроде такой же, я даже проверю. Сверхчувствительный, вы не можете видеть людей, пока они медленно двигаются. Да, это точно такой же, Дим. У тебя получается только скин немножко другой. У тебя такие белые полоски появились. А ну один раз кусани меня, если то же самое будет. Все, Серега, да, больше не домаш. Так же само получается. Так, полякаемся. Давай другого SCP нам показывай. Следующий на очереди 173. Давай. Ребята, ну что, теперь у нас статуя. Самый классный долгожданный аниматроник. Кашка, ты уже возле меня будешь. Я возле тебя. Я вижу твою тень. Так, я на тебя не смотрю, и ты не можешь двигаться, правильно? Нет, наоборот, ты должен на меня смотреть. А, я уже... О, я уже забыл все. Это ты на скромника не должен смотреть. Так, а ну идем, зайдем в эту камеру, я тебя рассмотрю. Ты такой звук издаешь, как будто что-то трется, как камера. Ну, в принципе, паузу, логично. Паузу. А ты, получается, срёшь, да, что у тебя на жопе коричневая? Да. Из-за этого приходится, ну, убирать класс УД за мной, какашки мои. А откуда он берет еду? Без понятия, сворачивая шеи, наверное, видимо, пожирая их. Угу. Прикольно, прикольно. Что он может? Он может телепортироваться тогда, когда я моргаю. И убивает... Разительная скорость, паника. Чем ниже уровень вашего здоровья, тем быстрее вы передвигаетесь. Сворачивание шеи. Это, то есть я тебя с одного удара убиваю. И то только со спины. Когда я на тебя смотрю, ты не сможешь этого сделать. А ну попробуй меня, да, вот так убить. Я на тебя смотрел и... Получается, я моргнул. Ты ко мне спиной вообще-то повернулся. Нет.
Да. Нет. Да? Нет. Ты прям в меня зашел, я повернулся, ты ко мне спиной стоишь. Да нет, Серега же. Да, Дима. Да нет. Давай еще раз. Давай, иди сюда. Вот смотри, я на тебя смотрю. Посмотришь на запись. Вот сейчас я спиной к тебе повернут? Нет. Ну убей. Сейчас еще чуть-чуть. Когда я моргаю, может? Сейчас моргнешь, умрешь. Ай-яй-яй, получается не только со спины. Если вам понравилась эта рубрика и вы хотите еще, чтобы мы сделали какие-то обзоры, напишите это в комментариях. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.